Баюшка, а вот вопрос, который тоже очень многих беспокоит, это как услышать голос Бога и слышать его в своей жизни, делать правильные выборы. Ну, вы знаете, вот этот вопрос очень многих волнует. И меня в свое время волновал. Вот, и я понял, что в чем заключается воля Божия? Очень просто. Оказывается, очень просто на этот вопрос ответить. В том, чтобы мы исполняли его заповеди. И если ты исполняешь и стремишься к исполнению заповедей Божьих, то ты исполнил или являешься исполнителем воли Божьей. Что больше надо для человека? Он уже становится постепенно святым, правда? А когда человек становится постепенно святым, то Господь приближается к нему и уже через другие инструменты воздействует на человеческую душу. Иногда посылая ангела, иногда мы читаем жития святых, и там очень такое, ну, нельзя сказать, что многообразие. Иногда Господь является, иногда Пресвятая Богородица является, иногда святые, да? По мере совершенствования человека. Бывают ситуации более сложные, которые не касаются заповедей Божьих. Если человек не имеет духовника, а в этом случае хорошо бы было бы иметь духовника, вдумчивого, который не просто скажет, вот поступай так, а помолится и скажет, вот поступай так. Вот, потому что Господь мне на душу положил, да? Вот, а Господь обязательно положит на душу духовнику правильный ответ, если человек, который обращается к нему, будет обращаться с верой, а духовник будет обращаться к Богу с верой, да? Обязательно положит на душу. Ну, такие ситуации бывают не очень часто. В основном всегда, как правило, всегда касается, нарушить мне заповедь Божию или не нарушить.